Шпилит, Владимир Пащенко, Никита Колесников, а там Сергей новым колуном машет. Это усадьба Романа. Тут привез он 15 тонн песка на огород себе, глины, машину. Ну все, огород, капуста, все у него растет здесь. Что там с матушкой тут ведут хозяйство? Потом агроном то ли подсказывает, то ли еще. Вот кирпич привез он. Целую машину где-то наковырял в кирпича огнеупорного. А каждый кирпичик 120 что ли рублей стоит. Противокислотного. Эш пачку какую наложил. Хозяйственный мужик. Вон там дальше Сергей. Закажи такси. Вот так. Какие-то без рукавичек колет, что удивительно. Все работают в рукавичках, а Никита без рукавичек. Что-то лента какая-то валяется. Что за лента? По-моему, это что-то мерить надо. Слобода. А вот эта лента валяется, она что, не нужна? Не-не, мы сейчас будем мерить здесь, она просто в работе постоянно. Я вижу, что это хорошая, это валяется. Так Потеряевка живет. Это понедельник сегодня. Сырость, дождь прошел. В одном месте кололи, там пошел туда, там никого нету. А тут подошел, есть. Вот тут идут провода, чтобы не соединялись, вот разъединены. И идут провода туда, на озеро. Туда электричество, пруд. Там качают. Воду, электричество, столбы. Вот тополя тут были, он их все спилил. Огромные тополя, просто огромные. Вот сейчас здесь это 60 сантиметров диаметра. Вот передо мной, да может больше, кажется. Вот он. Попробую размерить. Раз, два, три, четыре. 80 сантиметров диаметр тополя. Завалил его все-таки. Это Романова тут усадьба. Это из железа все в нем. Чего у него тут посмотреть. Тут не знаешь, где свет ты не включишь. Ну, все у него по-хозяйски. И печка, и стиральная машина. Но каких мужиков бабы теряют? Пойдите огурец сорвите с помидорой там, в теплице.
Нет, халва есть. Что ты говоришь-то? Говорю, в теплицу сорвите помидоры, огурцы. Я кирпич в теплицу. Если найдет. Говорит, зайти в теплицу, Роман. Вот я в теплицу пошел. Теплица огромная, высоту около 3 метров, наверное. Ой-ой-ой-ой, светет у него тут все. Ой-ой-ой. О, тут парник, это у него огурцы растут. Ну вот это я руку поднял кверху, вот это достал, да кверху, там еще метр. 1,70-2,70 определенно. И вот у него сейчас ног тут висит, вязанка. Помидоры тянутся кверху. Ну, 1,70 я руку поднял еще выше. Вот. Земля-то тут вообще текущая молоком и медом. Опять под пол налетели пчелы. Ниоткуда неизвестно. Все-таки мед собирай. Ой-ой-ой. Тут кукуруза огромная. Макушку не достанешь. Цветами опутано все. О, это. Плотников. Там он, видать, второй дом. Виктора Николаевича с этой с антенной. Вот он где. Хозяйственный мужик. Тут перестроил все. Скотину держать можно. У Романа пока скотины нету. О, пока ходил, парник. Теплица у нас, парник называется. А какие тут деревья-то рядом-то? И они закрывают от ветров, от знойных здесь. И у него вот здесь как бы лог начинается и сразу в озеро. Место такое было неприступное. Никто туда не лез, потому что много-то полей огромные. 80 сантиметров в диаметре. Вот они сейчас ему тут помогают, хлопцы. Роман сам всем на помощь пишет и помогает. Кость. Вот так. Спилил. На это место никто не претендовал. Потому что, а что тут, тополя огромные. А он взял, расширил. И тополя эти ни при чем здесь. Вот он под самый корень спилил. А дальше засохнет, раздробит их. Их выкорчевать не надо. Я ему говорю, ты на Хаттаба так похожа. На Хаттаба и этот Шамиль Басаров. И форма такая, и борода. Никто на это место не зарился. Взял его, расколотил, все завалил. Знаете, ограда как бы из этих, из веток. Все. Потом вынесет все. Ребята в охотку работают. О, все отлетает только. Да. С кем поведешься? Не имею, говорит, 100 рублей. И все на помощь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тополя навалено, все перепилено. Ужас. Какую работу проделал Роман зимой. Казалось, зимой-то что он сделает-то? Ничего. О, Сергей Пупов тут тоже силу пробует свою. Так. Пожалуйста. А ну-ка я спрошу. А ты, Сергей, тут работа еще тебя звали или как? Нет, не звали. А что ты пришел сюда? А что делать? А. Предложил помощь, он мне отказался. Сначала кирпичи там сортировали с утра. Вот, привезли которые. Значит, ты к Роману расположен.
Конечно. А почему? Ну, уже брат верующий. Сосед тем более. Как не помочь? Ну, пожалуйста, возьми их. О, тут отойти надо, а то поленом залимонит. Скоро в рост человека будет тут. Дрова только летит в сторону. Все. Я хотел спросить тебя, Никита, тебя Роман просил помочь или как? Что ты тут? А? Не сам пришел. Сам пришел, вот так. Пришли мужики, колят дрова. Что, гнать буду? Он тебе друг какой или что? А? Вместе на Майдане были. О. Сейчас разберемся тут. Веселые ребята. Так, а ты-то что пришел сюда? Тебе дома делать нечего? А? Я-то? Тебя-то звали сюда или что? Ну, я уже, да, с первых дней уже, Роман говорил, что я ему... Нет, наверное, как ты к людям, так и они к тебе, я это понял. Знаешь, что? Три колуна в одном доме, чтобы работали, это не на каждом шагу встретишь такое. Да еще как работает, с какой охоткой-то. Чудо Божье. Сейчас только время к нам и туда обедать. И батюшка удивляется, говорит, работают в одном месте, а обедать идут в другое. Что ж такое-то? А дружба, вон он, все. Все, готово. Топор только мелькает, или колун. Видал? Видал? Эх, упало, маленько не хватило. Пенек узкий оказался. Там у тебя, ты можешь... Я вижу, но я все надо колоть. Сколец. Готово дело. Все. Вот так. Держи. Ты смотри, это... Украинского хлопца тут поленом-то ударишь. Он отрабатывает реакцию. Вот. Эй, он Никита постоянно смотрит. Он внимательно. Во. Полено бросил, посмотрел вокруг. Это хорошо. Ты командуешь, да? А мы сегодня на первый мостик сходили, повесили таблички. Говорит Володя. И любой, который... Мы думали, кто подъедет и увидит, что вода... Кто сунется, это нормальный человек, еще поедет. Он знает, мало что... Мало ли кто там может, да. Да там не вылезти. А написали, дно каменистое, два слова. Тут же Надежда Васильевна взялась, фломастера нету, она давай из газетки вырезать буквы и склеивать. Из газетки. А Володя тоже им каким-то скотчем все это обделал. Деревяшку прибили и выставили. Я думаю, в Алтайском крае вряд ли где так заботятся о проезжающих мимо. Чтобы создать дорогу, да и указать днище, чтобы человек не беспокоился. А то он встанет рядом, будет стоять и думать... Ой-ой-ой. А, вон куда они у него летят. Ну ладно. Я к тебе там в избу-то сунулся, а там темнота, я назад. Хотел показать, где ты отдыхаешь. Может, покажешь что-то там? Пошли. У меня там бардак, что там? Понимаете, вот кому не обратишься, все начинают что-то сжать, меня не фотографируй без моего согласия. У нас этого нету совсем, никаких согласий, все открыто. Вот я подошел, а подошел-то еще, потому что сегодня я полузанят. О, ну-ка, пожалуйста. Так, ну здесь у меня здесь душевая. А это что у тебя тут? Душевая, стиральная машинка. У меня там бочка наверху подключена, видите, все. Сзади нагревается, вечером пошел, полоснулся, постирал. Вот это да. Автомат даже работает. А тут у тебя мух наловил. Я уже сейчас перекрыл немножко, потому что здесь... А от них куда денешься, таких мух? Иконки у него тут.
А это канистра еще вода подъедет? Это воду, воду питьевую. А откуда берешь? Вот с колодца, с вашего. Хорошо, тут идут все. Хорошо. Вода замечательная. О, келья. У меня есть такое все дело, забито, которое в тебе не нравится. Я тебе скажу уже, говоришь, что открыто все. Там у тебя да, открыто на ночь. Убирать надо и запирать. Где много рук. Мне так нравилось, когда соотечественники давно еще в Советском Союзе, когда служили, служили в Германии. Угу. И приезжают оттуда, а мы маленькие там спрашиваем, а что, как там, расскажите про эту Германию. Ну, Советский Союз, все закрыто так. Ой, там, говорит, люди все, никто не ворует, говорит, ключи, машина стоит, ключи в машине, говорит, все, никто не трогает. Мне так нравилось вот это. Mm-hmm. А здесь потеряйки, ну, ну попались здесь в прошлом году там или позапрошлом были, да? Тут ночные гости с фонариком все утащат, поэтому запирать надо. Или как один мужик ничего не мог сделать, ворует, ворует, а он сапер. Он везде взял все. Все абсолютно заминировал. Пришла милиция, полиция рванула, и полиция полетела, и все, а что? А я говорю, что могу сделать? Сколько заработал, все утащили. Они машину осмотрели, все нормально. Стали заводить, она взорвалась. Сапер настоящий. А выхода, говорит, нет. Надо хорошую память иметь. Вот так забыл, сам сел в машину и все. А продавал, считал он, как охотник. Так он поставил волчьи капканы, и за него чурку, цепь. И пришел, а в капкане сапог один только. Кто-то попался и ногу выдернул все-таки. Воруют. Вот, когда Карамзин написал книгу, книги «Четыре красотома Российской империи», историю, царю Николаю, что ли, подарил, он говорит, считать-то мне некогда, ну, кратко о чем? Он поставил, подумал, говорит, воруют. Краткое содержание. Я слышал такое, будто бы Петр Первый команда это диктует и говорит, кто будет воровать, если на цену веревки только будет, на эту веревку и повесит. А этот не пишет. Да ты пиши еще приказ. Так тогда ты, говорит, не император. А почему? Так а некому, говорит, над кем ты будешь император-то? Всех вешать надо. Мы только двое с тобой не воруем. И причина то, что безбожие. Yeah. Наш отец был совсем, можно сказать, маловерующий. Только хочешь пить, говорит, пей. Хочешь курить, кури. Но не воруй, в карты не играй. Узнай, башку отшибу. Меня с раннего детства учили с колхоза. Ну, с колхоза, потому что дома мы держали-то овечки, свиньи, там, козы. Ну, а земли-то нету. Ну, земли нету, тебе надо накосить, а что ты? И ночью, а там эти такие свекла, ну, кормовая, там много было. Это там полсела тащило. Просто даже все знали. Это в порядке вещей было. Это как будто система задумана для того, чтобы воровать. Набрал там мешок, два, и все. Так что с раннего детства я уже знал, что надо добывать все. Вот это вот, эта лента-то у тебя, это подобрать бы надо. Да, это... Она вся будет изогнута, тебе ее не выправить потом. А мне как-то жалко все это вот. Что люди делают, а другие воруют. Притом с корнем дерут. В сад залез, ветки обломал. Ну, что сделаешь? Да... Солнечный. Вот ты, пожалуйста, к обеду и солнце пролупило. Солнце-то пролупило на пропасть. Заморощало, говорит, на здоровье. Ой-ой-ой. Какие сутунки. Это Сергей. Силу пробую. Прямо напротив Алексея, где временно живет. Там Алексей загуляет. Идет. А это все тут у Романа малыша. Машина, велосипед, все на улице стоит. Вот я с чем против. Мне нравится, что все так открыто, как отец говорил, поворотов. Растащат. Люди бесчестные, временные.
Я иду сюда, знаю, что Алексей пришел. Привет! Никто никого не спрашивает, все фотографируют, снимают и нужны мне. Программист высокого класса. В государственных учреждениях, самых таких стат управления везде. Все с поясочками. Давай, давай. Буду помогать. Все работает. Мне надо как-то развернуться. Ты говори тогда, чтобы нам с тобой. Алексей Викторович Загуляев. Так, что мне тут? Несу руки-то, оттяпают. Пришел, никто не звал, ничего, пришел, шутки ставит. Убедись. Смотри, не ударь по голове. Ты... Какой скорости, Володя, только топор мелькает. Корченый был там у Семена Сискова. Нанял. А сосед видит, Володя, там маленький, там только топор, это, колун выше забора. Где ты набрал таких мужиков, говорит? У меня там через каждые, говорит, часа заходят, дай то выпить, то что. О, пожалуйста, отрабатывает. Потому что у его тещи буря снесла шифер. И там, гляжу, Роман уже на крыше сидит с братьями. Уже ремонтирует. Ну вот Алексей вчера и говорит, я, говорит, должен, он тут тещи мои делал, так мне надо помочь тут пойти. А чем помочь? Он только отлетает. Вот как работать надо. А то Ленин там сцепился на картинке в бревно. А ты раскали это бревно. Бревно не пилил, с места на место перенести, и то герой. Нет, тебе просто бегать придется. Ничего страшного. Вот что делать. Ты по руке не тяпни себя. А то в носу ковырять нечем будет. У Никиты самый мощный колун с железной ручкой. Мощный, самый бесполезный. Чурку отпилено, но там маленько держится, и вот они отковыривают. О, чурка, это не так большая, тополь, тополь. Это все тополево, тополя. Слушай по телефону. Помазал? Да, слушай. Всегда слушаю. Ты будешь как... Вот так раньше заселялась. Рака у тебя будет накачанная. Андрей Смирнякин на Урале. Он с дочерью, с своей Кристинкой ходит. Она ему ставила, он такой ходит. Все, ладно, пойду домой. Есть, знаешь, кого, в принципе, я видел? Чурку ставишь, на нее вторую и вот так вот. А я только